Итак, дорогие друзья, меня зовут Макс Прайм, сразу нажимаю кнопку подписаться на лайк, я тебе покажу, за кого я буду играть, и явно покажу, на что я способен, и ты научишься у меня, погнали. Новую страну, конечно, я выберу, потому что один тоже не хочу. Смотрите-ка, вот такая карта, если выберем Гренландию, то мы сможем путешествовать, грубо говоря. Если интересно, то пробуйте. Тут как-то вот, кто-то не хочет выбирать, потому что тут явно сложно. Франция, Испания тут. Европа такая сильная страна. Турцию захватили, как я сейчас в прошлой серии играл. Позапрошлую. Я вроде бы прошлую серию потом ставлю там в описании, потом еще звонит, пишет легче. Смотрите, значит, Южная Канада. Северная Канада. Они должны быть вместе, но их разделили, потому что они мощные. Вот. Если я за нее буду, то... Ну, кто-то выбрал, чтобы захватить этого, потом мне будут сжимать. Мне как-то бы не хотелось по центру быть. Ну, выходная экономика. Румыния. Румыния, возможно, хорошая. В плане того, что... Остального города игрок. Вот, в плане того, что может вот тут мелкие куски позахватывать. И мелкие куски позахватывать. Франция. Тут обычная остановка. Если будем тут, то эту штуку захватим. В принципе, это выгодно. Я помню, то даже я делал на этой карте танк. Я не снимал. Было прикольно. Сообщение писали, отойди, твои танки крутые, сегодня не хочу с тобой общаться. Или же можно тут тем самым захватывать. Мы знаем, что Турция доберется все же до сюда. Я, наверное, бы хотел бы здесь, что я смогу то налево пойти, то направо пойти. Лоб мой будет копа. Нелогично выбирать страну Египет. Потому что тут мой кусок сразу захватывает. Убранит. А что такое? Французский, Западная Африка. Африка, Сирия, Французская, Западная Лига, вот кусочек еще. Ну, в общем, там захватим здесь, не там будет баловаться, я тоже буду побаловаться, позахватывать. Блин, знаете, мне уже тяжело давно не играл. Нужно просто рискнуть и все. Не выбирал. Как так? Да, конфликт. Вот. По территориям. Ну. А что если буду тут? Как бы выгодно. Один тут кусок. Второй тут. Но у нас соперник Турция. Блин, одной тоже. Да, нужно ждать, что всем будет хорошо. Все, выйдемся к лучшему. Танки. У меня будут танки. Тут тоже. Шоп. Как бы они могут прийти здесь, а я буду сейчас по центру, а не здесь. Вверх они будут. Тут они будут плыть. Ну а вдруг? Жаль, что не были бы в вебке, я бы вам показал, как я бы сильно злюсь. Нажать эту кнопку выбрать случайно. Я уверу, если мы берем... Но подписчиков. Я буду такую цифру, которую я умею себе запомнил. Просто запомнил. В этой ситуации я рекомендую брать или Восточный Алжир, или Египет. Но знаете, что соперник Турция, она огромная. Или же ее завалят, или как-то она будет продвигаться к вам пусть. Ну, например, я выберу Египет. Я сразу конфликт делать. Развиваться. Если стану сыщенным жиром и буду часто нападать, то вот так вот будет хватать. Там будет конфликт. Тут ты молчи. Взываешь себе и отдыхаешь. Как
Если бы тут, я хотя бы туда еще дойти, как бы. И вот, ну, в общем, там есть чем заняться. Ошибка, извините, это все равно было выбрано. Окей. Кто выбрал эту страну? Что так быстро? Я же на хранилище данный вошел. Правительство, что происходит? Ладно. Все, погнали. Еще раз потом патруль. Вот видите, не успел. Поэтому не думайте быстро, сразу же нужно идти. Берите, как я сейчас. Думаю, ты. Получилось. Удачу. Как бы так отлично. Франция, привет. И Турция, привет. Ну, если буду Россия, то можно его напасть. То, что кусочек. Приветствую вас, командирный. Но Дайло выйдем с помощью. Но Дайло выйдет с помощью. И рядом ботов. И укружив. И кровь руки. Стычно. Привет. Пока тут. Центр тут. Думайте, на ком мы нападем. Будем сразу с Турцией как бы границы ставить. Что скрыться? Завтра. Хочу сейчас. Патрулит. Патрулит. Ресурс.
Стёп. Наверное, тоже как бы лежит просто без 500. Опа. Десятка уже все видно. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Знаешь, как нападешь, главное, чтобы точно не подбирался. Другой кусок, это. Потом нужно править туда. Как тут все, что поменялось. Перепачкал.